Глава Ненецкого округа встретился с сенатором Риммой Галушиной. В эти дни член Совета Федерации работает в Нарьян-Маре в рамках региональной недели. В Верхней палате российского парламента Римма Галушина работает в составе Комитета по науке, образованию и культуре. В ходе диалога Александр Цибульский отметил важность того, что защита прав окружных детей по-прежнему остается в поле внимания сенатора. Римма Галушина сообщила губернатору о вопросах, которые были подняты жителями округа накануне в рамках личного приема граждан. Речь в том числе шла о проблемах трудоустройства выпускников средних профессиональных учебных заведений. Из всей группы, это получается выпуск 2017 года, в январе 2017 года они выпустились, это оператор нефтяных и газовых скважин. И из 16 человек из группы только один трудоустроился в компании нефтяной, мальчики Зандерны. Остальные вот эти вот двое ребят тоже, они сейчас получают высшее образование, тоже хотели бы заочно, по заочной форме, хотели бы тоже работать в этих компаниях, ну, которые вот у нас здесь есть, компания «Метрополис», но, к сожалению, никуда не могут трудоустроиться. Эту инициативу Александр Цибульский поддержал и отметил важность того, что защита прав окружных детей по-прежнему остается в поле внимания сенатора. Здесь, по мнению губернатора, свою роль играет работа Риммы Галушиной в должности детского омбудсмена. Я честно скажу, что я считал, что вы довольно эффективно выполняете свои обязанности в качестве уполномоченного права ребенка. И вы как видите дальше, кого-то могли бы порекомендовать на это место, может быть, вместо себя, чтобы нам сохранить эту преемственность и точно, чтобы у нас не избавлен темп, и, в общем, чтобы вы тоже в какой-то определенной степени уже сейчас в статусе сенатора продолжали нести ответственность за это направление. Преемственность здесь очень важна. На самом деле, конечно, я очень бы хотела, чтобы работала Галина Николаевна Гуляева. Она долгое время возглавляла комитет по семейной политике, опеке и попечительству. Все вопросы ей понятны. Мы с ней вместе сотрудничаем с 2005 года. И я ее знаю как человека искреннего, порядочного, глубоко порядочного и действительно искренне, которая ратует за благополучие наших детей. Римма Галушина подчеркнула, что рекомендуемый ею на должность детского омбудсмена кандидат хорошо знает все семьи, находящиеся в социально опасном положении, лично знает историю каждого ребенка-сироты. Также сенатор отметила, что Галина Гуляева была членом экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка, и многие вопросы решали совместно. Все те начинания, которые были сделаны, это и проекты, которые мы реализовывали, и ту работу с семьями, которые вот непосредственно у меня находились на контроле, я думаю, она как раз вот сможет продолжить эффективно. В свою очередь Александр Цибульский сообщил, что рекомендации о назначении Галины Гуляевой на пост уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе к нему уже поступали неоднократно. Самое важное, чтобы человек действительно душой относился к этому исполнению именно вот этой роли, потому что, по сути, там для многих детей это такая замена родителей где-то, такая единственная возможность получить защиту, какие-то соблюдения гарантий своей жизни. Вместе с тем глава региона сообщил, что в ближайшее время намерен встретиться с Галиной Гуляевой лично. Мария Владимирова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».